Здравствуйте, меня зовут Элина. Сегодня приготовлю пирог с капустой в духовке. Тесто будет дрожжевое, безопарное. Дрожжевое тесто мне замесит хлебопечка. Если ее нет, делайте вручную. В ведро хлебопечки вливаю воду, крупное куриное яйцо, растительное масло без запаха, майонез. Всыпаю муку, я ее не просеивала, соль, сахарный песок и сухие быстродействующие дрожжи. Через полтора часа я получу готовое тесто, а точное количество всех продуктов вы найдете, как всегда, в описании под видео. Пока тесто зреет, займусь начинкой. Капусту тонко пошинкую. Слегка присолю и помну руками до ее увлажнения. Морковь натираю на крупной терке. Репчатый лук режу тонкими четверть кольцами. На сковородку наливаю растительное масло без запаха и разогреваю его. Выкладываю лук и морковь. Немного обжариваю. Теперь в сковороду идет капуста. Обжариваю все вместе, пока капуста не станет мягче и не уменьшится в объеме. Соль и перец добавляю по вкусу. Подливаю немного воды. Огонь уменьшаю и тушу под крышкой 5-7 минут. Начинка готова. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Начинку из капусты можно приготовить и по-другому. Ссылку оставлю в описании под видео. Вот, посмотрите, как через полтора часа хорошо подошло тесто. Тесто перекладываю на подпыленный мукой стол. Немного округляю его, вот так обваливаю чуть-чуть в муке. И отделяю примерно 1/3 часть. Форму размером по дну 16 на 28 сантиметров я застелила силиконизированной пекарской бумагой. Большую часть теста раскатываю в пласт размером чуть больше дна формы. Тесто я переложила в форму и сформировала бортик. Теперь выкладываю остывшую начинку. Равномерно ее распределяю по поверхности пирога. Меньшую часть теста подсыпаю мукой и раскатываю. Пласт немного подровняю с боков и нарезаю на небольшие полоски. Полоски выкладываю сверху на начинку, кончики вот так прищипываю. К куриному желтку подливаю немного воды и размешиваю. И этой смесью, кулинарной кисточкой, смазываю тесто сверху. Не забываю бортики смазать тоже. Тесто сверху можно посыпать кунжутными семечками. Пирог оставляю расстояться на 20 минут. Духовку я разогрела до 180 градусов, выставила режим вверх-вниз и отправляю туда пирог. Пирог я достала из духовки через 40 минут. Вот посмотрите, как он выглядит. Достаю его из формы. Вот, оцените, хороший такой пирог, пышненький. Накрываю его махровым полотенцем и оставляю на 15 минут, чтобы он стал мягче. Через 15 минут посмотрите, какой мягкий он стал. Пирог красивый, блестящий. Ну а вот так пирог выглядит на блюде для подачи. Давайте я разрежу его и попробую.
Вот посмотрите, какое мягкое пружинистое тесто, очень удачное. Сейчас попробую. Очень вкусный получился пирог, и тесто, и начинка. Если вам понравился такой пирог с капустой, оставайтесь на моем канале, и вы найдете еще много простых рецептов вкусных блюд.